В Дальнем Засвияжье улучшат работу общественного транспорта. Добраться с улицы Промышленной до центра сегодня можно на маршрутах 20, 46, 56 и 91. На них преимущественно работают автобусы средней вместимости. За последний месяц количество подвижного состава на 20-м маршруте увеличили на 50%. Местные жители уже оценили перемены. Маршрутка хорошо ездит, хорошо. Там 5 минут, 6-7 минут, вот так у них разница. Центр сложно доехать, но стало лучше. Двадцатка ходит чаще. Однако проблемы все же есть. В часы пик, а это, как правило, утром, когда люди едут на работу, и вечером, когда возвращаются домой автобусы битком. Здесь есть над чем поработать. Мы поняли сегодня по нашему выезду, что нужно посмотреть по поводу увеличения количества автобусов на 46-м маршруте. Мы видим недостаточность количества рейсов по 20-му маршруту именно вот в этот утренний час. То есть здесь будем, скорее всего, пересматривать тоже расписание. Ну и много людей высказалось по поводу возвращения здесь 59-го маршрута на улицу Промышленной. Один из аргументов, который, конечно, они приводят, и они правы, что нету прямой связи здесь же железнодорожном районе. Вопрос о возвращении на Промышленную 59-го маршрута, который планируют запустить в тестовом режиме, будет рассмотрен в ближайшее время.